Всем привет! Сегодня у меня на обзоре чаепитие. Мы с вами попьем чайку сегодня. Ну, скажу честно, я не особо разбираюсь в чаях. Не такой гурман. Мне лишь бы подкрашено немножко было и все. Вкусы не понимаю. Я вот люблю кофе со сливками. Ну, так я поставил, какие мы чаи пьем иногда. Но сегодня у меня обзор не об этом. Вот хотелось бы поговорить о таком чае. Тарлтон. Вот такой чаечек нам подарили. И вот хотелось бы такую красивую баночку заснять. Там бабочка написана. Их много разновидностей. Бабочка тут всякие, вот картиночки есть. Чай цейлонский, черный, листовой какой-то. Я не разбираюсь, так что покажу баночку. Вроде Шри-Ланка там где-то написано, я читал. Но самое интересное, лицевая сторона, смотрите. Вот сама баночка, картиночка. И вот такие в ней часики. Не знаю, они идут, не идут, но сейчас мы распечатаем и посмотрим. Так. Сама баночка у нас железная, вот магнитик. О. Вот такая симпатичная баночка, 200 грамм. Ну что, даже жалко открывать, она обтянута такой пленочкой. Ну ладно, что на нее смотреть. Открываем. Мне главное посмотреть часы. Что там за часы? Еще не все. Все, пленку мы удалили. Открываем. Так, интересно еще, как она открывается. О! Такая пробочка массивная. Тут просто мешочек. А это что? Какая-то инструкция. Как правильно чай пить. Все, и баночка у нас пустая. Вот сами часики там как выглядят. Куда их выдавливать или что? Я не знаю. Неужели они... Там я вижу батареечка. Они не снимаются, наверное. О. Точно, защитная пленочка. Если видно. Защитная пленочка. О. Эта батарейка упала. Вот такая маленькая батареечка. Так, сейчас мы посмотрим. Часы у нас не снимаются или снимаются.
разберу потом. Так, батарейку установил. Смотрите, пошли часы. Время устанавливается. Не подлезть туда. Тикают. Да, симпатично. Я первый раз такую упаковочку вижу с часами. Ну ладно. Обзор не часов, а у нас а чая. Посмотрим, что там за чай. Элитный называется какой-то. Элитный цейлонский. О! Вот такой чай. Если честно, сколько насыпать его. Ну, сыпанем ложечку, да и все. На первое время хватит. Зальем кипяточком. Не знаю. Крышечкой накрыть. Такая силиконовая крышечка. Накрывается. Ну что, вроде заваривается. Наверное, уже заварилось. Попробуем вкус и все. Чай как чай. Нормальный чай. Все. Вот такой чай. Тарлтон. Баночка симпатичная. Чай вкусный. Пьем чаи и будем здоровы. Всем спасибо за просмотр. И всего доброго. Вытащил я часы отсюда. Вот тут такие. Вот такая прижимистая такая эта железочка. Ее прижимаешь, и она вытаскивается, как на клипсах. Все, тут вот батареечка. Забавно, конечно. Такая чашечка. Все, часы пошли. Выставим время потом. И интересно, как сувенирчик. Вот так. Все, сюда уже не влазит. Вот так. Бабочка. Чай бабочка. Все, пока.